Дорогие Мария и Рита, теперь я точно знаю, как я буду дальше жить. График роста благосостояния семьи Голубковых неправильный. График направления инвестиций семьи Голубковых верный. Вместо мебели я купил путевки в Америку. Съездил, посмотрел, как там живут люди. Там живут хорошо, потому что работают. Мария, я так же, как и вы, решил открыть свое дело. Выкупить свой старый экскаватор, купить ему запчасти, отремонтировать его. В феврале куплю трейлер и буду зарабатывать деньги. Как вы думаете, получится мне? Todo va a salir muy bien, con mucho éxito. Хороший он парень, подумала Мария. АО МММ.